До 9-го международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2023 остается 4 месяца, а подготовка к масштабному мероприятию уже идет полным ходом. ИФТ – это одна из крупнейших в мире специализированных площадок по педагогическому образованию. Организатором мероприятия является Казанский федеральный университет. Из нововведений этого года – это зеркальные конференции, которые мы организуем с нашими зарубежными партнерами. Это Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, Карагандинский государственный университет имени академика Букетова, это Казахстан. И третья страна, которая тоже нам помогает в этом году, с большим удовольствием мы в качестве партнеров с ними взаимодействуем, это как раз-таки Туркменский национальный институт образования. С перечисленными университетами будет выстраиваться сотрудничество. С 29 по 30 мая форум пройдет на площадке Нукусского государственного педагогического института и будет называться ИФТ-2023 Узбекистан. Также конференции в смешанном формате пройдут и в стенах Казанского федерального университета. Ну, это настоящий вызов как для нашей команды, так и для команды узбекских коллег, но мы надеемся, что у нас все получится. Форум на площадке Нукусского государственного педагогического института пройдет в течение 2 дней. Организаторы выделили основные направления работы ИФТ-2023 – воспитание в современных социокультурных условиях, традиции, новые вызовы, ответственность, методическая подготовка учителя как фактор эффективности педагогического образования. По традиции, международный форум проходит ежегодно с 3 июня 2015 года. Иван Шаньшеров, Александр Кузнецов, Универньюз.